Начали. Всем привет! С вами Руслан Миру и Александр Честный. И сегодня мы расскажем вам о том, как снимали серию рекламных игровых роликов для ТВ. Стояла задача снять ролик на 20 секунд. Мы разработали несколько концепций. Нам понравились они все, мы посмеялись над всеми, отправили заказчику и вместе с ним приняли решение снимать не один, а серию рекламных роликов. Это экономически выгоднее. Кроме того, вы никогда не сможете точно спрогнозировать, понравится этот ролик аудитории или нет, донесет ли он основную мысль или нет. Но когда вы снимаете серию, соответственно, мы сняли 6 роликов, мы в 6 раз увеличивали шанс попадания нашего ролика точно в цель. Итак, мы приступили к написанию сценария. Над ними работали режиссер, сценарист, продюсер, маркетолог. Маркетолог – это очень важная фигура в написании рекламного ролика. Иначе не получится рабочего инструмента для компании, а выйдет всего лишь какая-то творческая работа продакшена. За основу каждого ролика и серии мы решили взять комедийный сюжет, чтобы это была не просто прямая реклама, а интересный, смешной ролик. Такие ролики всегда лучше работают, они удерживают внимание зрителей, в отличие от прямой рекламы. Вначале мы притягиваем внимание зрителя историей. И только в самом конце мы добавляем голос диктора и пэкшот. Привыкнуть сложно, поверить невозможно. И таким образом наша забавная история превращается в рекламу. Цветовое решение. Тут мы не только отталкивались от корпоративных цветов клиента, но и взяли за основу философию клиники. Основной акцент был на корпоративном бирюзовом цвете. Мы добавили его в детали одежды и сопоставили ему песочный теплый цвет. Это и подчеркнуло характер и черту компании. Эта компания основана женщинами, окутана теплотой и уютом. Итак, друзья, как же снять 6 роликов всего лишь за 2 съемочных дня? Это действительно становится возможным, если мы не тратим время на переезды, если не нужно постоянно перевозить команду, оборудование и все остальное. Поэтому было принято решение снимать все в одном месте. В итоге мы выбрали дорогую локацию, роскошную квартиру, но именно эта локация, как ни странно, сэкономила нам много денег. Там были и кухня, и коридор, и ванная, и зал. То есть там было все, что подходило по креативу. И мы могли просто поворачивать камеру в другую сторону, и у нас уже та часть комнаты, которая еще не появлялась в предыдущем ролике. Также немаловажно иметь в команде художника-постановщика, и чтобы мебель подходила, и чтобы подходил реквизит по цвету. Все было в корпоративном стиле, красивенько. Если вам нужно побольше реквизитов, вплоть до дивана, кровати, шкафов, торшера, всего, халатов, тапочек. Чем заполнить кадр? Да, чем заполнить кадр? Вы едете в Икею, покупаете там все, что нужно, заставляете пространство в кадре, и потом, когда закончилась съемка, все аккуратненько собираете. Вы все можете сдать, вплоть до тапочек все принимает. С этого ролика все, что мы взяли, мы смогли сдать обратно. Нет, переиграл. Если вы снимали простые ролики, где актеру достаточно только улыбнуться или требуется другое простое действие, то можно взять и пригласить актеров с улицы и на этом неплохо сэкономить. Но наши же истории требовали от актеров профессионализма, потому что нужно было показать эмоцию, нужно было говорить в кадре, и это нужно было отыграть максимально профессионально. Поэтому мы на актерах не экономили. Онлайн-кастинг – это супер вещь, которая экономит и время, и деньги. Мы устроили онлайн-кастинг, и к нам приехали актеры в Москву и Санкт-Петербурга. Сыграли очень круто, не подвели, мы довольны. Да тут не то, что привыкнуть. Поверить сложно, вы паспорт поменяйте. Важно знать, что гонорар актера, который снимается для рекламы, гораздо выше, чем для этого же актера, если он снимается в каком-то короткометражном фильме или клипе. Потому что актер передает на несколько лет, а может быть месяцев, свои права на свое лицо, рекламирует данный продукт, и он не может еще полгода, год или два рекламировать продукт конкурента. Соответственно, актер один раз отсекает себе возможность зарабатывать себе в дальнейшем, там, грубо говоря, на рекламе шоколада.
А режиссеры, вся команда, там, продюсеры, они могут снимать таких роликов очень много. Справиться с таким проектом, особенно в сжатые сроки, можно только силами профессиональной команды. И мы включили в команду только тех, кто действительно нужен был на площадке, чтобы мы не мешали друг другу. Ой, вообще удивление сразу с рукой. Режиссер-постановщик, исполнительный продюсер, генеральный продюсер, гафер, осветитель, звукорежиссер, актеры, техник камеры, фокус-пуллер, гример. Ну, у нас достаточно простая схема света. Но я буду отсюда. У нас основной рисунок — это мягенький лайтматик, который светит нам в лицо. Астерно заполнение, немножко отличающееся по спектру, да, оно чуть более холодное. По освещению в комнате у нас так называемый внутрикадровый источник света в виде торшера, который воткнут в диммер. Лайтмат, тепленький, сквозь рамочку, который создает рисунок на лице. И у нас, собственно, есть Arri Compact 5.5 с накинутой кучей фильтров, в том числе и Moonlight Blue, который нам создает вот как бы такое холодное сине-зеленое заполнение. Привет! На площадке я занимаюсь тем, что кручу фокус. Для того, чтобы персонажи были в фокусе на экране, у нас нужен человек для таких вот больших камер киношных. Я перевожу фокус, когда меня просят, с персонажа на персонажа, следую за ним, чтобы у нас вот так вот все было четенько. Вот, по команде, на тех условиях, в которых мы работаем, все, в принципе, справляются хорошо, никаких-то прям больших сложностей не было. Обязательно, когда вы работаете с рекламой, работаете напрямую с заказчиком такого уровня, вам понадобится раскадровка. Это было важно для нас, особенно для ролика, который шел на ТВ, и там мы создавали графику. Тут была просто необходима и аниматика, и раскадровка. Вишенка на торте всего этого процесса – это профессиональная цветокоррекция, которой нужно как раз-таки уделить больше всего внимания, и которая и придает ощущение профессионального продукта. В нашей команде есть профессиональные композеры и CG-менеджеры, с которыми мы смогли сделать легкую, непринужденную графику. Если в вашем видео плохой звук, то это пустая трата времени и сил команды. Поэтому мы записывали качественный звук прямо сразу на площадке. Записывая звук сразу на множество микрофонов и в итоге имея 9 дорожек с разных источников звука. С нами работал композитор. Мы записали под каждый ролик свою музыкальную тему и сводили уже звук прямо в студии. Маленькая команда, ну, все, в принципе, воспитанные, вежливые и культурные люди, знающие свое дело и не мешающие друг другу в этом процессе. Это был маленький проект, впереди у нас большие проекты. И мы будем все показывать, рассказывать, для чего, что и как. Это поможет тем, кто создает видео, делать более качественный продукт, а тем, кто заказывает видео, понимать, для чего нужны те или иные специалисты, почему это занимает определенное количество времени. Поэтому, если тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным, не пожалей лайк, подписывайся и следи за новостями. С вами был Руслан Миру и Александр Честный. Увидимся. Камеру удари. Сейчас мы снимаем чей-то сапог. Ага. Вот это не надо. Хорошо. Тут как бы было в жизни. Да, да. Ну ты постарайся. Ты один раз прям как надо высунулся. Ну, слишком сильно не высовывайся и слишком это. Да, то есть аккуратно, то есть, да, что аккуратно. Хорошо! Стоп! Красавчик, вот это прикольно было.